Добрый вечер. Привет. Вечер. Мы сегодня вечером приехали на водохранилище. На ночную рыбалку. Я уже расстроен. Все не очень хорошо получается. Со стороны Мариуполя стать негде. Вода разлилась. Народу полно. Праздники. Праздники. Здесь какие-то туристы орут, лес рубят. Стали мы тут недалеко от старой дамбы. Будет клевать? Не ну, будет. Надо пробовать. Ну, почему-то у меня надежды мало. Мы ночью сидим, посмотрим, как оно будет. Что-то, мне кажется, рыбы нет. А вот клещей на водохранилище просто море. Поэтому как бы мы уже попали, тут потрусились. Чтобы уже поймать все. Леща, нужно оторвать клеща. Побрызгались. В общем, будем пробовать. Что-то как-то настроение пока... Да, нормальное настроение. Не очень. Ну, у него нормальное, а у меня не очень. Ну, на засорено мы же не первый раз. На засорено мы не первый раз, и не первый раз тут ничего не было. Не, ну засорено аж там, а мы-то вот... Да. А мы-то вот на старой дамбе. Тут некоторые карася поймали. Некоторые. Одного. Одного. За полтора года. В общем, давайте будем пробовать. Итог увидим завтра. Все увидите. У вас все это будет гораздо быстрее, чем у нас впереди еще целая ночь. Поехали. Поймали карася. Что произошло? Алексей поймал сам себя на крючок вообще нереального размера. Я не знаю, для кого он тут таким крюканом собрался ловить, но мы его достали. Иди промой, Алексей. Больно, что рассказывать. Ай. Бывает. Ну это уже точно мы сегодня что-то поймаем жестко. Клещам, крючку добавились комары и много мошек. На К. Все на К. 3К. 3К. И ни одного Р. Рыбы нет, ни одной поклевки, много жаб. Слышите? Туристы. И туристы. Они там что-то вообще... Здесь как на Приморской площади, крик, музыка. Вам, наверное, сейчас не слышно, но нам слышно хорошо. Мы поедим бутербродиков. Да, выпьем водички. Выпьем водички, чайка и ляжем спать. Вот буквально на час. Предчувствия меня не обманули. Утренние рыбалки. Да, утром мы встанем на рыбалку, посидим еще, понаблюдаем прекрасные виды водохранилища и с удовольствием будем ждать нашего водителя, чтобы нас скорее отсюда забрал. И, ребята, выезжайте. Не едьте на водохранилище. Ну, вообще, ну вот... Вот, по крайней мере, вот здесь. Да, комары шатыры. Да. Мертво. Вообще. Не, подожди, ну что мертво? Ну жабы квакают, люди здесь радуются. Здесь это где? Старая дамба. Мы же говорили, старая дамба. Старая дамба. Ну люди дамба. Радуются, лягушки квакают. Так это, а что думаете насчет того, что надо было все-таки на Родионовку ехать? На Родионовке негде сесть, очень высокое водохранилище нет, вода. Не, сесть можно, но... Да нет, мы были с Димой и пару мест буквально есть на Родионовке, старых мест на Родионовке нет. С той стороны, может быть, и есть лещ. Там все стоят на лодках, и берега тоже практически нет. Если в том году мы сетовали и беспокоились, ай, как же на водохранилище не осталось воды, вода да. уходит, караул, что случилось? То я вам сейчас скажу, на водохранилище столько воды, что можно ее бесплатно качнуть в город на неделю да. и чуть-чуть освободить берег, чтобы... Что Енисею столько Енисея. Да, рыбаки могли тут присесть. Но это никому не интересно. Да. Кроме нас. Поэтому вот завтра мы вам скажем, как всегда, там выезжайте на рыбалку, приезжайте. Потому что ночь пройдет, мы уже будем собираться домой. Надеюсь, что мы завтра не собираем на себя гирлянды клещей. А какие клещи? Что-то. Да ты три клеща на себя поймал. Ну мы только вышли там, а побрызгались уже ничего нет. Он так, дымит. Давайте быстрее заканчивайте. У меня сидит на щеке комар. Иди домой. Бьет оставшуюся кровь. Ладно, ребята, до встречи в нашей постоянной рубрике «Трое в палатке».
Александр Львович поймал рака. Гигантского, он тянул его в воду. Мы его за ноги поймали, еле-еле. Вот. Но раков, ребята, на водохранилище ловить нельзя. Поэтому мы его... по-честному выпускаем его. Подожди, дайте я его сфоткаю. Давай. В Инстаграм. Этот. Шарик, ты был без фотоохота. Ну, подожди. О, вот так вот, держи. Есть. Выпускаю. Маленький лещ. Вот. Если кидать прямо, там глубина метров 10-11. Я ушел вот туда в заводь, там глубина метров 5. И пошел лещ. Вот он какой. Лещ моей мечты. Но зато он есть. Водохранилище на большие выходные прибывают туристы. Сегодня к одной дискотеке прибавится еще одна вот там в сосновом леске. Бару. Бару. А мы будем собираться. Потому что тут, наверное, только можно жарить шашлыки и танцевать. В сосновом бару. В сосновом бару. А рыбы нет. Мы попробовали. Все точки, все наживки, разные глубины, перепромерялись, перекармливались. И кроме мелкого окуня, ёрш. Один ёрш у нас, один какой-то недоподлещ даже, больше ничего и нет. А может, руки кривые, ну как-то так. Ну что ж, подошла к концу сегодняшняя рыболовная сессия, как это принято называть. Рыбы? Нет. Нет. Алексей поймал небольшую густерочку. Два окуня. Два окуня. Александр Львович, сколько ты поймал? Четыре. Четыре. Три окуня и один ёж. Это за нами машина. Наверное. Я с нулем. Были две невнятные поклевки. Вот. Менял три дистанции. Ближняя, средняя, дальняя. Рыбы нет. И каши у нас были разные. И специи, и сладкая. Короче. Ну, единственное, что у нас не было, конечно, насадочного мотыля. Но я думаю, нас особо бы, наверное, не спас. Потому что... Да. На этом берегу можно ловить, пожалуй, только окуня на спиннинг. А за лещом надо ехать на тот берег. Но
там из-за того, что поднялась вода, мест стало гораздо меньше, а желающих туда поехать стало гораздо больше. Вон видно лагеря, вон целая грядка. Мы пока приехали, там была уже куча машин, и кучу машин встретили по дороге, и все искали места. Очень тяжело попасть, только, наверное, в будние дни теперь, потому что ребята, которые особенно идут с Мариуполя, они там передают друг другу места и сидят все выходные на этих местах. И, ну, там есть лещик небольшой, но он есть. Да, а тут... А тут только клещи. Можно хорошо отдохнуть шашлыками. И половить окуня. Да. Ну, на этом все, ребят. Да. Как получилось. Всем пока. Всем пока.